В бальном зале усадьбы Рукавишниковых наградили лучших библиотекарей региона. Событие приурочено к Общероссийскому дню библиотекаря. За многолетний добросовестный труд и за развитие дела специалисты получили благодарственные письма и почетные грамоты. В ходе церемонии были подведены итоги областного конкурса на соискание премии регионального министерства культуры в области библиотечного дела за 2020 и за 2021 год. А вот следующий год станет для нижегородских библиотекарей еще более значимым. 20 мая 2021 года в Петрозаводске представителям от Нижегородской области вручили переходящий знак «Библиотечная столица России 21-22». Получается, что в 2022 году Нижний Новгород станет штаб-квартирой Всероссийского библиотечного конгресса.